Приветствую вас, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. Смотрите, если вы будете продавать мой курс «Приглашай, не приглашая» по партнерской программе, то вы будете получать свои реферальные вознаграждения. На данный момент до Нового года реферальные вознаграждения 30%. Как зарегистрироваться в партнерской программе и продавать мой курс, я укажу под этим видео. Я уже снимала такое видео. Смотрите, сегодня я продала по партнерке свой же курс. И мне пришло на почту письмо от магазина: с вашим участием был продан товар, авторский курс от Ирины Агаповой. И партнерское вознаграждение получила в размере 465 рублей. Заходите по ссылочке. Вот ссылка, сокращенная через Google, на методику. Заходите, чтобы авторизоваться в магазине, если вы уже там зарегистрированный пользователь, нажимаете «Как заработать». Вот ваша ссылка на продажу курса. И вот мои текущий заработок, мои заработанные деньги. Сейчас я их буду выводить. Нажимаем «Вывести средства». Вывожу я первый раз. Заходим в личный кабинет. Вводим капчу. Нажимаем «Войти». Вот, смотрите, я зашла в кабинет. Партнерские начисления у меня 465 рублей. И я их могу вывести только через 3 дня. Друзья, пока я жду 3 дня, чтобы вывести свои средства из магазина, партнерские вознаграждения за продажу авторского курса, я вам покажу, как оформить личный кабинет и привязать туда кошелек WebMoney. Вот у меня была еще одна продажа. Я получила 620 рублей. И сейчас, чтобы их вывести по истечению 3 дней, нам нужно привязать WebMoney. Заходим в личный кабинет. Для этого заходите в свой личный кабинет WebMoney. Здесь нажимаете WebMoney. Указываете WeMeet. Жмете «Указать». И авторизоваться. Жмем «Войти». Ставим здесь галочку. Предварительно авторизовывайтесь в WebMoney с этого же браузера. Ваши кошельки автоматически указаны. Вот, друзья, смотрите, прошло 3 дня. Пока я ждала 3 дня, когда можно вывести первые деньги, мне пришли еще партнерские начисления. Смотрите, 1, 2, 3, 4. И в итоге у меня получилось 2263 рубля. И сейчас я буду выводить вот эту сумму, которая мне доступна к выводу, на кошелек WebMoney. Нажимаем вот на эту кнопочку. Деньги вывелись. На счету осталось 1798 рублей. Давайте зайдем теперь в мой кошелек WebMoney и посмотрим. Вот, 47 новых операций. Смотрите, из сервиса магазина пришло мне 461 рубль. Это значит, что вывод денег работает, и вы также можете получать партнерские вознаграждения от продажи моего курса. Ссылку на курс и как зарабатывать на партнерской программе, описание, а также видео я оставлю под этим видео. Теперь из кошелька WebMoney вы можете вывести деньги на карту и куда вам угодно.